Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я предлагаю вам поностальгировать немного. То, что вы сейчас видите, это те игры, которые были встроены в Windows 7. По умолчанию эти игры будут стоять на Windows 7. Как только вы купили комп, установили на него Windows 7. Ну и, собственно говоря, там будут эти самые игры. Помимо них и еще также будут интернет-шашки, интернет-нарды и интернет-пики. Но, к сожалению, в январе 2020-го Microsoft закрыла сервера в этих играх, и теперь они не работают. Поэтому я их убрал. Поиграть больше в них нельзя, к сожалению. Собственно говоря, они встраиваются в Windows 7, у нас Windows 10. Но есть, их смогли, так сказать, портировать на Windows 10, причем в таком виде, в каком они были и на Windows 7. Ссылочка на скачивание всего этого набора будет в описании. Ну а сегодня мы будем играть именно конкретно в игру, которую меня попросили. Purple Place, она называется. Если вы хотите, могу поиграть что-то из вот этого, но как по мне, по мнению некоторых, вот эти все пасьянсы, это, наверное, будет скучно. Но, впрочем, для разговорного стрима, мне кажется, карточные игры были бы неплохими. Но я один раз так попробовал, меня на стриме просили включить что-нибудь другое. Карты — это скучно. Ну ладно, в общем, так что напишите свое мнение по этому поводу. Что вы думаете об этом? Надо перезапустить, наверное, этот микшер громкости. А, она не будет сначала запускаться. Надо сначала выбрать игру. Короче, мы запустили игру. Крестик — это выход. И здесь три игры. Первая — это вот это вот. На школу похоже, на самом деле. Видимо, это школа. Это кондитерская, а это магазин моды, я так понял. Начнем с первой игры. Что у нас тут по... А, уже сразу громкость настраивается. С возвращением. С возвращением. Я уже не первый раз все-таки тут был. В этой игре нужно найти все пары одинаковых карточек, переворачивать и карточки, пока не найдете две одинаковые. Игра, которая известна наверняка всем. О, угадали прям сразу. Впрочем-то, это легкий уровень сложности. Есть также вот такие вот подсказки. И мы сразу же нашли много ответов. Если открыть карточку, с которой будет этот глаз, мы получим еще одну подсказку. Вот эта фигура, вот эта вот карточка, неважно, с кем мы ее перевернули, она сама найдет вторую пару этой картинки. Вторую такую же картинку. Это было очень легко, потому что это легкий уровень сложности. Да, и нам дали всего 2 из 5. Но можно также поменять сложность. Новичок. В любителе уже больше намного этих клеток. Кроме того, появилось ограничение на время. Но его по желанию можно выключить в настройках. И теперь у нас уже 2 партии игры. Кроме листиков будут еще сердечки. Ну и есть профессионал. Тут уже вообще много полей. И здесь уже 4 партии игры. Листика, сердечко, смайлик
и конфеты. Давайте попробуем уж как-нибудь угадать. И, кстати, изначально нам не идет никаких подсказок, мы должны сами пытаться сначала угадать. Ну и поскольку здесь больше карточек, здесь больше картинок. Ага, отлично. Давайте откроем. Вон, видите, время течет. Есть появились еще вот такие вот. Вот такие вот карточки с красным выделением. С красным фоном. Если их открыть, все перемешается. Также можно найти часы. Давайте попробуем их найти. Вот они. Они прибавляют время. Если время отключить в настройках, часы по-прежнему здесь будут, но они будут бесполезны. Давайте еще откроем. Если вот этих еще открыть, то он торты еще закинет туда. Почти 4 одинаковые картинки. Или наверное нет. Наверное, если вы открыть, он выберет все картинки с этим тортом, который в рандом будет. Время идет очень-очень быстро. Еще одного времени, еще одних часов здесь нет. Эх, вот она только-только стала этой. С вот этой фигней. Давайте еще одну подсказку используем. А, надо сначала закрыть. Что здесь было? А, точно. Здесь что было? Подарок. Ага, вот подарок. Да, со временем сложно очень играть, потому что, блин, оно красное уже стало. Мы можем не уложиться, часов дополнительных нету больше. Скорее всего, мы сейчас не успеем это пройти. Не, все, мы проиграли, потому что время сейчас уже закончится. Без времени играть гораздо легче. Ну и ладно, давайте сразу следующую игру. Короче, Purple Place у нас продолжается. И следующая — это кондитерская фабрика. Нет, не продолжаем сохранение. Поступил еще один большой заказ. Пожалуйста, посмотрите на торт на экране ТВ и сделайте точно таких же. У нас тут стоит сложный уровень сложности. Давайте начнем с новичка. Здесь вот такой вот простой вот наборчик. Полотно вот это вот. Полотенце. И нам нужно испечь вот такой вот торт. Если мы испечем что попало, то есть не то абсолютно. То, что мне вот понравится. Нет, даже вот. Нет, не то так. Торт попадет в мусорку. Здесь вот на табло... Блин, камера загораживает, наверное. Ну или я, наверное, поменьше сделаю камеру. Тут показывается, сколько надо всего тортов испечь. Здесь в настоящее время нам надо 5 тортов испечь. Давайте начнем заново. Чтобы ошибки больше не повторять. Короче, первое, что нам надо... заготовку, вот такую трафарет выбросить. Затем уже начать делать торт, покрывать глаза. Следуем указанию, то, что нам показано на экране. Торт соответствует заказу. Отлично. Так, следующий торт в виде сердечка, во-первых.
Он должен быть желтый. На нем должна быть та же желтая глазурь. Ну и наконец, кстати говоря, глазурь можно изменить всегда. Можно также... А, уже нельзя, потому что глазурь укрыта. Следующий квадратный должен быть. Шоколадный, вероятно. И да, можно глазурь вот так вот поменять. Глазурь может назад уйти нафиг. Так, снова квадратный, снова желтая глазурь и сердечко сверху. Остался последний. Он должен быть круглый, желтый, с розовой глазурью и, наконец, с конфетами сверху. Наши готовые торты погружаются в машину и сейчас поедут в магазин на продажу. Мы получили 3, потому что я вам пока... Потому что я немного больше времени потратил на то, чтобы вам показать, как обратное вот это действует, как меняются эти... Ну, цвета. А теперь давайте... Теперь давайте повысим сложность. И сразу же увидим, что здесь посложнее. Здесь и несколько тортов. Впрочем, можно и отключить это, потому что это тоже очень сложно делать. Во-первых, появляется ограничение по времени, которое активирует... оно начнет двигаться, когда мы нажмем первый раз на какую-нибудь кнопку. Если эта полоса дойдет, то... лента подвинется сама автоматически. Здесь уже двухслойный торт. Добавилось новое вот это вот место. Нужно... Ну, в общем, вы видите. Из сердечка торт у нас. Вот видите, она начала двигаться. Сейчас она автоматически подвинет. Это место наносит глазурь на слой, который будет... Она должна быть под слоем, который следующий будет наверху. А вот уже на верхний слой накладывается вот эта глазурь. И сердечко. Готов. Следующий у нас в виде сердечка торт. Шоколадный. С красной глазурью здесь. Дальше желтый. И тут уже по нескольку, видите, сразу же раньше времени вылазит. Ой, куда я двигаю-то? Раньше времени вылазит следующее полотенце. Сердечко. Шоколад. Глазурь красная. Следующий слой. О, еще полотенце. Очень быстро они вылазят, очень быстро. Нужно спешить. Здесь надо также их 5 сделать. Этих тортов. Третье сразу же. Так как мы это сделаем-то? Четвертая вылезла. Так. Да, это реально сложность заставляет. Вот видите, мы не можем теперь назад вернуться. Нам придется избавиться от одного из тортов. И похоже, не только от одного из них. И вот уже в сложном, если уже в... Если... Да, блин. Если
В простом режиме у нас было неограниченное количество попыток. То вот здесь три. Если мы три торта просрем, то игра будет проиграна. Поэтому, чтобы это пройти, лучше, конечно, выключить этот режим, где несколько тортов сразу. Поэтому давайте нажмем галочку и выберем следующий режим, профессионал. В профессиональном режиме за неправильные... количество неправильных тортов дается только не 3, а 2 попытки уже. Торты здесь трехслойные. Не двухслойные, а трехслойные. И добавился еще один вариант. Это с сахаром посыпать сахаром или поджарить. Можно сделать и то, и то. Надеюсь, нам выпадут торты, которые соответствуют всем этим потребностям. Еще одну глазурь. Теперь еще раз надо вернуться. Все желтое, глазурь шоколадная. Подсыпать сахаром. И готово. Не та. Вот тут разноцветный торт уже пошел. Снова подсыпать сахаром нужно. И, кстати, здесь можно... вот в этом месте можно и то, и то. То есть можно одновременно и подсыпать сахар, и поджарить. Заменить то или то нельзя. И вот этот торт уже нужно поджарить, подпечь. Даже не подпечь, правильнее говорить, чем поджарить в данном случае. Глазурь вот такая вот розовенькая. Сердечко. Ну и подпечь нужно. И, кстати, в сложном режиме уже не 5, а 6 тортов надо сделать. Здесь. Здесь тоже надо под печь. И вот этот торт более 5 дней уже выглядит на самом деле. Его поджарили, его подпеченное место. Здесь ничего уже не под, не подсахаривать, не поджаривать не нужно. Подпекать. А, надо сначала это принести. Там тоже желтая, да? Последний торт остался. Можно, кстати, прям сразу же на этот набросить еще один. Добавить к третьему еще один уже нельзя. Можно даже вот такой вот торт сделать. Подрумянит. Вот это правильно. Даже так можно сделать без этой глазури. Но таких, но таких тортов нам не достанется. Не выпадет. Ни в коем случае. Вот я балбес, а. Я не ту... Ладно, мы снова проиграли, потому что я заговорился и не ту форму выбрал. Ладно. Ладно, пофигу. Давайте следующую, последнюю мини-игру. Нет, не продолжаем сохранение.
Здесь у нас снова три уровня сложности. Давайте с легкого начнем. Короче, здесь нужно угадать. Здесь нужно точно угадать внешность. Вот нам предоставляются вот такие вот варианты. Давайте вот так возьмем. То есть рот желтый, нос фиолетовый, глаза розовые. И вот мы нажимаем галочку, и мы смотрим, сколько мы выбрали правильно. И это значит, что какой-то из третьих неправильный. И вот нам также вылезла подсказка, что глаза точно правильные. Значит, неправильные. А, и рот правильный. Значит, нос неправильный. Давайте желтый. Верно, желтый. На четверочку. Получилось. Давайте еще разочек. Теперь вот так выберем. Одно правильно, это нос. Глаза неверные. Глаза неверные. Да. Каждый предмет издает свой собственный звук. Что ж, теперь неправильный у нас рот. Нет, неверно. Это мы прошли похуже, чем в прошлый раз. Теперь предлагаю повысить уровень сложности. Здесь уже 4 предмета и 4 цвета. Ну, давайте так же. По такому же принципу выберем. Только один правильный. Это рот. Здесь она уже не автоматом указывается, а нам надо вручную ставить. Так, только рот правильный у нас. Остальное неправильно. Давайте нос попробуем такой поставить. Нос верный, да, верный, абсолютно. Мы угадали с носом. Теперь с глазами. Глаза желтые, может быть. Верно, глаза правильные. Также дается несколько попыток. Вот варианты, которые мы использовали. Если слишком много мы нажмем раз галочку, но при этом будет не все правильно, мы проиграем. Сейчас давайте вот это пройдем, и я вам продемонстрирую это. Нет, неправильно. Сейчас я вам продемонстрирую это. Рот что-то немного не туда. Меняем глаза. Здесь нет, есть уже ничего неправильно. Была уже выкатка. Просто меняем. Вот у нас. Вот видите, все, попытки закончились. Вот здесь. Давайте теперь еще раз поменяем уровень сложности. Поставим уже профессиональный. 5 предметов. 5 цветов. Давайте по такому же принципу и выберем снова. Здесь уже... И здесь вот уже посложнее будет показываться табло в этом профессиональном режиме. Помимо того, что верный цвет, верный предмет, мы можем также увидеть, что верный цвет, но неверный предмет. Вот с этим надо уже подзадуматься. Здесь попыток уже больше дается. На облегчение какое-то. То есть, вот какой именно был предмет верный, непонятно. Давайте начнем новым. Может быть, я просто подсказку проглядел. Давайте только обратно сделаем. Так, один верный цвет и верный предмет. Ну что именно мы не определили. Подсказки тут уже не высвечиваются. Но также два из них верного цвета, но неверного предмета. Давайте определим, что же это. Давайте поменяем шапку. Нет, шапку менять было нельзя. Потому что это ничего нам не дало. Короче, верный цвет, но неверный предмет. Давайте глаза зеленые поставим.
Нет. Это были не глаза. Что ж, тогда рот. Рот, похоже, что действительно правильный. Действительно зеленый рот, похоже, он нам нужен. Теперь давайте поменяем костюм. Желтый. Нет, это нам ничего не дало. Розовый. Эта догадка уже была. Ага. Отлично, костюм верный. Отлично, все пометили галочкой это. Что касается прически. Нет, неверно. Шапки. Нет, вот этой. Шапка верная, верная шапка, правильно. Попытки есть еще пока. Осталось только выбрать нос и глаза. Попробуем вот этот. Нет. Этот нет. Тогда синий. Синий, правильно. Нос верный, синий. Это синий. И у нас осталось всего лишь одна или две попытки. По-моему, да всего одна, наверное, попытка. На то, чтобы угадать глаза. Давайте проверим, что у нас там по глазам. Мы глаза меняли? Глаза, по-моему. Значит, синий исключаем сразу из варианта. Синий это неверно. Давайте попробуем желтые. Нет. Осталась финальная попытка. Если мы просрёмся, будет печально. Нет, все-таки глаза синие. Ну, значит, я ошибся. Ну, давайте еще раз последний разок уже попробуем угадать. Давайте уже попробуем это пройти. Все-таки проваливать нехорошо. Одни и те же предметы. Давайте-ка произведем замену. Предметы у текстура у предметов цветных может меняться. Вот я желтый вот такие хотел. Давайте просто на рандом выберем все, что попадется. Четыре верных цвета, но ни одного верного предмета. Так, окей. Давайте попробуем желтый нос поставить. Теперь нету верных цветов, неверных предметов. Убрался один. Тогда, наверное, может быть рот розовый. Нет, ничего не дала. Фиолетовый. Блин. Может быть костюм тогда? Да блин, нет, тоже не костюм. Прическа? Нет. Глаза? Глаза это были. Глаза верные. Костюм точно неверный. Костюм, давайте синий поставим. Нет, костюм неправильный. Зеленый. Розовый. Розовый костюм, да. Попыток уже мало осталось. Что касается рта, я не знаю, что бы выбрать. Нам осталось только это прическу или шляпку. Прическа здесь это была верная, но мы опять проиграли, потому что слишком много попыток истратили. Один из этих предметов точно верный. И вот какой именно нам пока неизвестно. Давайте рот попробуем желтый поставить. Рот этот верный. Да, этот рот верный. Можно вот здесь отчеты также видеть. Тут по цифрам тоже. Тут цифры тоже отображаются. Так, теперь давайте поменяем шапку. Нет. Эта шапка неверная. Это. Цвет верный, но предмет неверный. Тоже неверная шапка. Желтая. Или не желтая. Тогда только синяя остается. Это синяя шапка, действительно. Теперь у нас три правильных цвета и три правильных предмета. Нам осталось что-то
Нам осталось определить, какой из этих предметов у нас правильный. Возможно, правильный костюмчик. Давайте попробуем сменить костюм. Нет, нет, давайте другого цвета, фиолетового. Нет, зеленого. Нет, костюм все-таки был действительно розовый. Костюм розовый. Мы определили это. Что у нас еще? Что мы еще? В чем мы еще были уверены? Не уверены. Нос давайте попробуем сменить. Синий. Верный цвет, неверный предмет. Давайте тогда вот этот. Нет. Верный цвет, неверный предмет. У нас, видимо, уже есть это. Наверное, надо того, чего не было, ставить. Зеленый, может быть. Нет, не зеленый. Тогда, может быть, синий. Или синий уже был. Синего не было. Ага, этот нос верный. Это верный нос. Нам осталось угадать только глаза. Глаза, возможно, розовые, а или зеленые. Нет, не угадали. Была эта догадка уже. То есть, это неверно, это неверно. Розовый. Верно, угадали. Ну что ж, вот так вот мы вот сыграли. Неплохо получилось, я считаю. Но давайте все-таки попробуем еще раз все-таки победить здесь, потому что как-то мы немного позорно сыграли. Нет, не продолжаем. Играем очень быстро. Прям вот на скорость, я бы сказал. Но при этом стараемся быть внимательными. И здесь, смотрите, глазурь уже не требуется. Бывают такие торты, где глазурь не требуется. Но в первом уровне сложности таких точно тортов мы не увидим. На легком уровне сложности. Так, сразу круглый. Коричневый. Ой. Зеленый. Здесь зеленый тоже. Так. Можно сразу, можно разные эти формы на разные формы сразу накидать. Но таких тортов разноформовских мы не увидим. В игре. Нам таких тортов никто не попросит сделать. Снова нас глазурь не требует делать. Так, круглый. Остался... А, нет, еще два. Осталось не последний. Видите, как мы на скорость все делаем. Я пытаюсь заработать себе 5 из 5. Сейчас. Опять глазурь нам не требуется. Последний. Последний уже надо подрумянить. Ну и какая оценка будет? Отлично! 5 из 5. Мы смогли заработать 5 из 5. Ну что ж, ну а теперь на сегодня все уже. Вот теперь точно все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Ссылочка на этот набор игр будет в описании. Если хотите поностальгировать, качайте. Если хотите, чтобы я по этим играм, по каким-нибудь из этим играм тоже снял видео, пишите в комментах. Ну... и всем пока.